Россия закрывает основную базу группировки ЧВК «Вагнер», расположенную на военном полигоне Молькино вблизи города Горячий Ключ. Об этом сообщил телеграм-канал «Разгрузка Вагнера». Там опубликован ролик снятия флагов России и группировки на базе. Мы снимаем флаги России и ЧВК «Вагнер» со своей базы в поселке Молькино. База прекращает свое существование. ЧВК «Вагнер» убывает в новые места дислокации. После мятежа 23-24 июня в Кремле объявили, что основатель группировки Евгений Пригожин уедет в Беларусь. Наемникам же предложили подписать контракт с Минобороны России или уйти с Пригожиным. О том, что в России окончательно ликвидировали неофициальное вооруженное формирование ЧВК «Вагнер», сообщает телеграм-канал «Можем объяснить». По их данным, такое решение было принято лично российским диктатором Владимиром Путиным. Один из наемников ЧВК сообщил, что сейчас идет процесс разделение Вагнера. Происходит деление Вагнера на буквально таких три составляющих. Значит, первая составляющая – это те люди, которых вынуждают заключить контракт с Минобороны. Есть вторая часть – это люди, которые отказываются заключать контракт с Минобороны или Минобороны не хочет с ними как-то контактировать. И третья составляющая – это люди, которые не хотят ни ехать в Беларусь, ни заключать контракты с Минобороны. То есть эти люди становятся вольными птицами. Это не секрет. Они, скорее всего, вернутся к преступной деятельности, поэтому скоро в России стоит ожидать бума новых преступлений. 14 июля Минобороны Беларуси подтвердило прибытие наемников ЧВК «Вагнер» в лагерь в Могилевской области. Министерство обороны заявило, что на белорусских полигонах будет происходить обмен опытом между наемниками ЧВК «Вагнер» и вооруженными силами Беларуси. Александр Лукашенко, когда он пригласил вот этих всех наемников в Беларусь, он открыл такой ящик Пандоры, потому что мы знаем, что в Беларуси, ну, например, только ОМОНа от силы там 2,5-3 тысячи. Если все вот эти вот наемники сейчас переедут в Беларусь, это создаст потенциальную угрозу для режима Александра Лукашенко. Мы знаем, что Владимир Путин, он, конечно, друг Лукашенко, но такой заклятый друг. Поэтому кто его знает, что там будет. Как сообщает мониторинговая группа «Белорусский Гаюн», в Беларусь прибыла уже шестая колонна бойцов ЧВК «Вагнер» из 100-120 единиц техники. Общий вывод по текущей ситуации. Продолжается организованное перемещение наемников ЧВК «Вагнер». Только в течение 18 июля в Республику Беларусь прибыло три колонны с наемниками. В настоящее время пунктом назначения колонн ЧВК «Вагнер» является полевой лагерь в деревне Цель, Осиповичский район. Прибыло в Республику Беларусь около 275-305 единиц, преимущественно автомобильной техники, и около 1400-1500 человек личного состава, сообщает телеграм-канал «Белорусский Гаюн». Литовский президент Гитанас Науседа заверил, что у Литвы достаточно средств безопасности для реагирования на потенциальное враждебное действие вагнеровцев с территории Беларуси. На данный момент их достаточно. Несомненно, мы будем следить за ситуацией, и если потребуется решение, обязательно их примем в кратчайшие сроки. Учитывая, что Беларусь достаточно небольшое государство, изменить планы и перебросить их, вагнеровцев, к западным границам – дело нескольких часов. Гитанас Науседа, президент Литвы, сообщает издание «Делфи». Президент Литвы также заявил, что Госсовет по обороне еще до саммита НАТО принял решение об увеличении сил разведки на восточной границе и утверждении плана прикрытия границы. Юлия Биль для телеканала «Freedom».